КНДР заявили, что вся территория США находится в радиусе досягаемости севернокорейских ракет. Накануне Пхеньян провел очередной запуск. Первой об этом заявила Япония, в чьей исключительной экономической зоне и упала ракета. Затем Южная Корея и США. В КНДР обнародовали эту информацию только сегодня. Запуск назвали серьезным предупреждением Соединенным Штатам. Ракета пролетела 45 минут. Соединенные Штаты и Южная Корея уже обсудили возможный военный ответ на действия Пхеньяна. В то же время Брюссель призывает решать конфликт мирным путем.